Я кота могу забрать? Да. И вещи мои? Да. Ну что, тогда я завтра к 12 заеду? Мы с мужем в пути на Фиджи. Добрый день. Вам как утром? Простите, а можно мне кофе с маршмеллоу и кленовым сиропом? Сегодня изучил After Effects. Хочете дойти видосом это делать? В комнату не пущу. По-моему, огонь. Говор Джоба. Привет, Кариночка моя хорошая. Ты знаешь, что мне отвечаем? Вы с Володей стали дядя и тетя, видишь, какие вы уже взрослые. Слушай, а где это Володя, а? А где ваши вещи? Что с ними стало? А, мы переезжаем в квартиру. Поудобнее. Да ладно! Угу. Кариночка, неужели это то, что я думаю, а? Ага. А, какая новость! Бабука, давай танцевать! Види шаубе, репетю! Цало, цало! Скоро у нас маленькие детишки будут! Червашизики! Стойте! А давайте адрес уточним. Невский 2, 46. Ага. Пошли. Все верно. Оно так и было? Слушай, а тесто оно такое вот мягонькое или в хрусточку вот так вот похрустывает? Нет, не хрустит, знаешь, свежачок. Вообще свежий, тает во рту. Идеально. А послевкусие какое вот? Такое сладкое или приторное? Вот какое вот оно? Аж как будто коньячку махнуло. Детка, ну бомжи! Ну это ж прям дно! Почему дно? Знаешь, какие они стихи знают? Какие? Бальмонта. Бальмонт? Меренга хрустит? Это бомба. Хрустит меренга? Пьяная вишня, вот вкус какой? Или черника? Может быть, это ежевичное такое, да? Ну, наверное, ежевичное. Слушай, а вот там вот сахарные шарики вот эти вот, они похрустывают и летают во рту. Попробуй эту ягодку. Свежая? Пошла нахуй. Богиня. Девочки. Мы собрались с вами здесь, под открытым небом, так как сегодня стены нам только помешают. Итак, мы поговорим с вами о важнейшем женском органе. Господи, чакрах. Итак, мужчина берет свою сексуальную энергию только у женщины. Мы, женщины, энергетические проводники. Мы берем энергию Земли и космоса и с помощью чакр передаем ее ему. Кого кому? Кому? Ему. Кому ему?
Ему? Кому? Ведь у нас первая чакра, девочки, и седьмая чакра работают вертикально. Снизу вверх и сверху вниз. А у мужчин, сами понимаете, думает только седьмая чакра, и та работает только на отдачу. Если вообще работает. Итак, девочки, сегодня мы как раз потренируем раскрытие этих двух чакр и попробуем передать энергию от седьмой чакры к первой чакре и от первой к седьмой. Встали? Попробуем погонять. Как поняли? Да. Алло, привет, партнер. Вчера ждал от тебя твою часть денег. Знаешь, как вчера на встрече извиваться пришлось? Ну, кто не извивается, тот не пьет шампанское. Чего? Ты там куриц своих опять разводишь, что ли? Я с тебя свое вложил, так что давай, ага. Когда оплату ждать? С первого по седьмую. Что? С первой по седьмое. Короче, сама знаешь, что будешь. Жду денег. Ага. Покеда. Закончили упражнение. Если уставшая жена истощается от домашних дел, и еще того хуже, от работы, то эту энергию она своему мужчине дать не может. И тогда он ищет ее где? Правильно, у любовницы. Нет, ну конечно, если он патологически верен, тогда он может начать пить. Или играть в компьютерные игры, или просто лежать на диване, девочки. Что еще забирает у нас энергию сильнее всего? Работа. Девочки, я действительно считаю, что женщина в этом мире работать не должна. Давайте все вместе скажем: я не хочу работать. Все вместе! Я не хочу работать! Еще раз! Я не хочу работать! Закрепим! Я не хочу работать! Вы регистрацию прошли, взнос оплатила? Нет. Ну так иди работай, крестьянка! Еще раз! Я не хочу работать! Итак, переходим к практике. Что же еще плохо влияет на женскую энергетику версии? ПМС? Жадный муж. Компьютерные игры. Шлюха с его работы. Усы? Клопы? Нет. Девочки, у каждой из вас есть незакрытые гештальты. Они мешают вам жить и развиваться. Чувствуется усталость, раздражительность. В отношениях с мужчиной накапливается конфликт. Незакрытые гештальты обязательно нужно закрыть. Как закрывать? А я же не открывала еще. Это ж Финку надо ехать. Анжелике сразу видно, мама запрещала краситься. И мне. Вы откуда узнали? Ну, любовь знает все. Лилечка, скованная, видно, в детстве обижали. И меня. Яночка, тебя в подростковом возрасте бросил парень. И меня тоже. Да тебя-то понятно. И меня. А у меня еще и трусы украли. Вот сегодня и потренируемся закрывать гештальты, девочки. Найди и укради. Найди и сама его брось. Отыщи и накажи. Вычисли и отомсти. Девочки, закройте свои гештальты. Алло, привет. Да, я. Ну, не так уж и давно. Может, встретимся? Богиня. Поняла? Ты чемпион! Ты боец! Значит так, представь. Я — это она. А где Яна? Какая Яна? Ты кто такая? Я кто такая? Ян. Что? Изменилось что-то. Сиськи, что ли, выросли? А у тебя уси? У меня уси. А что это у нас здесь?
А, салага ржавая. Сиськи-то отрасти, а. О, молодец, молодец, еще сильнее. Ян, а чего тебя бросил-то вообще? Пошли за школой, я тебя уработаю, пакло повырываю. Ты у меня ступеньку прикусывать будешь, поняла? Давай, молодец. Я тебе покажу, Вася, колбасю! Там слава! Сама у меня будешь ступеньку прикусывать! Там! Лик, а? Ты трусы мои не видела? Не. Они ж здесь висели. Да? Парамейстер. Змеёныш. Точно. Что-то похож. Чё? Чё, бля? Сука! Ты чё? Коньяк. Любой. Я паспорт забыла, мне 30. Да я вижу. Спасибо. Это точно она? Ну давай, как я тебя училась, уработай ее, поняла? Давай, 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 да, пошла. Понятно. Не твоя весовая. Да и не моя тоже. Ты чё? Ничего. А ты чё? Ничего. А это чё? Здрасте. Мам. О, здрасте. А Стас дома? Дома. Он спит после смены. Ой, так даже лучше. Это было? Не знаю, доставка. Ну, вот вы сколько вместе? 3 года. Ну, нормально. Были! Ты чё? Ты чё? Ты чё, дура? Ты чё? Это наоборот круто, у тебя всё только начинается. Ты дура! Ну, короче, знаешь, что сделай? Ты возьми ему, вот ты ему подарки делала какие-нибудь? Ну, конечно, я люблю. Конечно, конечно, конечно. Вот ты посчитай за все подарки, посчитай коммуналку, кто платил. Малыш, ну сбегай за винишками, пожалуйста. Ну, не в кипятулю. Ha ha ha.
Обиделся. Ты ему чек выстави за 3 года и посмотрим, что будет. Блять! Слушай, извини, пожалуйста. Слушай, прости меня, пожалуйста. А я очень рада жрать. Извини. Да, быстренько. Извини, пожалуйста. Блин, я допила. Прости, пожалуйста. Все. Ничего. Давай, котеночек, не скучай. Спасибо. Давай. Все, прости, пока. Ради бога. Привет, Мупс. Срочно подтверждать твое рубиновое участие. Так оно стоит 70, но если до вечера успеешь, то 35, и я сегодня добрый. Как до вечера? Зато 35? Ты в любом случае поторопись, иначе придется взносы аннулировать. Пупс, ты знаешь правила. Бедность придет, бедность. Что скажешь? Все будет. Девочки мои хорошие, совсем забыла вам сказать. На следующую нашу с вами встречу возьмите с собой новые постельные наборы. И да, еще одна чудесная новость. На наш с вами тренинг согласился приехать очень крутой ньюборн фотограф из Лос-Анджелеса. Сам Габриэль Кукушкин. Ну, он сам родом из Тобольска, но работает в LA. Его рекомендуемый донейшн от 7000 рублей. Ну, это мелочи. Деньги скидывайте мне на карту. Чмоки-чмоки, see you. Че смотришь? Иди в солярий. Ты же из Лос-Анджелеса. Вы стекини брать будете? Чего? Стекини. Это бесплатно? Да. Буду. Как вы нас, так и мы вас.